1 января 2018 года заработали две новые президентские инициативы. Это ежемесячные выплаты на первого ребенка в возрасте до 1,5 лет и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала на второго ребенка на этот же период. На дополнительную финансовую поддержку от государства могут рассчитывать семьи, у которых семейный доход, поделенный на всех, и не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе, более чем в 1,5 раза. По данным управления ЗАГС Тувы, на данный момент в республике на выплаты могут рассчитывать более 1000 семей. Данный показатель будет рассчитываться по показателям второго квартала года предшествующего Новому году, то есть второй квартал 2017 года. В нашей республике данная сумма составляет 10 347 рублей. По новому закону на ежемесячные доплаты могут рассчитывать и семьи, где в этом году родится или будет усыновлен второй ребенок. В этом случае заявление на материальную помощь можно подать в региональное отделение пенсионного фонда или же в многофункциональные центры по месту жительства. В разных регионах получаемая сумма различается. В Туве размер господдержки на второго ребенка немного превышает 10 тысяч рублей. Если семья при рождении второго ребенка, получив сертификат, подаст одновременно заявление на ежемесячную выплату на второго ребенка, то вот это 10 347 рублей, она используется из этого материнского капитала в размере 453 тысячи рублей. То есть она отнимается из этой суммы. То есть она уже предусмотрена в сертификате. Это она ежемесячно будет выплачиваться до достижения ребенком 1,5 лет. Сегодня размер материнского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей. Средства маткапа можно направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, реабилитацию детей-инвалидов и будущую пенсию матери. Кроме того, сертификатом можно воспользоваться и на оплату услуг любого детского сада сразу после его получения.